Президент Видновской гимназии Денис Кравец спешит на урок. Сегодня в его школе собрались десятки старшеклассников этого учебного заведения и гости из школы номер 7. Всем им предстоит стать слушателями необычного и познавательного урока самоуправления. Конечно, многие ребята знают систему местного самоуправления, как все устроено, как все работает, но освежить в памяти некоторые моменты очень было важно для многих ребят. На 45 минут глава Ленинского района примерил на себя роль школьного учителя. В день органов местного самоуправления, который в нашей стране отмечается в пятый раз, в Видновской гимназии Олег Кромов провел урок на тему самоуправления и системы органов местной власти. Образование является главной отраслью, за которую отвечают органы местного самоуправления, в частности, районная власть. И мне хотелось бы получить от ребят все-таки обратную связь, что они знают об органах местного самоуправления, для чего они вообще нужны, кто эти люди, чиновники. Мы друг друга постараемся услышать и понять, что мы друг об друге знаем. Как и на любом другом обычном уроке, когда раскрывается новая тема, старшеклассники больше слушали, чем активно обсуждали вопрос. Глава муниципалитета попытался доступным языком объяснить аудитории основные принципы местного самоуправления и донести до ребят, насколько важна роль каждого жителя района при формировании этого органа власти. Ведь все эти школьники скоро достигнут совершеннолетия, а значит, смогут принимать участие в выборах, важном и ответственном деле для гражданина. Очень приятно, что глава Ленинского района не возвышенная какая-то личность, которая не приходит к обычным людям, в частности к нам, школьникам, а спокойно, наравне общается с нами, рассказывает нам о вещи, которые нам с высоты его возраста иногда не понять. И очень интересно послушать о всех мероприятиях и системе управления нашего Ленинского района. Встреча перешла за рамки урока и превысила временной лимит. Как непосредственному представителю органа местного самоуправления, старшеклассники начали задавать Олегу Кромову свои насущные вопросы. И, придерживаясь позиции открытой власти, глава муниципалитета ответил на все, даже личные. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Видное ТВ.